Воскресенское подворье Троицы Сергиева Лавра стало площадкой для молодых туристов. В четверг актовый зал подворья заполнили финалисты и победители проекта «Россия – страна возможностей», а также всероссийских конкурсов для студентов и школьников. Всех их наградили поездкой по Золотому кольцу России. Туристический маршрут начали с Сергиевого посада. Сегодня у нас больше, чем путешествие. Это федеральная программа, направленная на то, чтобы развить молодежный туризм в России в целом. И они делятся на различные треки. Один из треков – это «Золотое кольцо». Ясное дело, что мы открываем, как Сергиев посад, отрываем Золотое кольцо. Организаторы тура – Центр молодежного туризма и представители Сергиево-Посадского городского креативного сообщества. На самом деле я сейчас начала очень сильно увлекаться религией, увлекаться искусством, учусь на ландшафтного архитектора, и поэтому здесь я считаю, что есть возможность больше притронуться к этому, узнать информацию и после этого использовать это в своей профессиональной деятельности, возможно, в каких-то работах. Воскресенское подворье как площадка для коммуникации людей, в частности молодежи. В рамках концепции развития подворья будет даже кафе. На древних храмовых стенах планируют фрески от студентов иконописной школы. А вот эти камни – часть древнего фундамента, датируются 1820 годом. Отец Анатолий, настоятель Воскресенского храма, лично разработал концепцию развития подворья на ближайшие 5 лет. Мы совсем недавно познакомились с отцом Анатолием, и это знакомство и знакомство с новой концепцией подворья для меня стало, если честно, таким разрывом шаблонов. Чтобы наша молодежь тоже приходила и общалась не только на духовные темы, но и на исторические темы, социальные темы, как выживать в сегодняшнем современном мире, как устоять от каких-то искушений подрастающему поколению. Это задача духовенства. Туристы, а среди них в основном молодые люди, посетят города Золотого кольца России, потом представят свои предложения по развитию туризма именно для молодых людей. Ирина Великович, Слав Шумов, программа «События».